Часть вторая марлезонского балета, блядь, НУРС, Су-25, аварийно-спасательная часть, блядь, село Лоскутовка, блядь, попал, блядь, вот что стало с делом 131-м, пожалуйста, блядь, в который попал, блядь, снаряд этот НУРС, вот он, красавчик торчит, вот он. Вот, пожалуйста, блядь. Это рядом с машинкой стояла. Вот она. Оля сказала, сколько за... Так, вот, пожалуйста, что осталось от кабинки. А вот еще один. О, красавела, блядь. Вот вам, господа, украинцы, блядь. Тех, кто вас, блядь, спасает. Готовится спасать. Всю технику полупили. А, красавчик зашел хорошо. Профессионально лупанул. Главное, что в цель. О, пожалуйста. Это авторазливочная станция АРС-14. Предназначена для проведения дегазации, дезактивации, дезинфекции участков местности, сооружения автомобилей. В случае применения химического оружия, либо в случае в мирное время какой-то химически опасной аварии на химически опасном объекте. Вот что сделали с нашими арсиками, которые были в полном БГ, готовые для выполнения задачи, в случае чего спасать людей. Пожалуйста, радиостанция, которая, по идее, должна была связываться с нашим Киевом, который, наверное, уже не наш после сегодняшнего случая. А вот машина для перевозки личного состава, да? А вон откуда зашло. Бил четко сверху, закидывал. Красавчик. Весь труд вложенный сюда. Весь труд вложенный. Все это. Вот все. Короче, весь труд наш, что после воинской бывшей части оставалось, пытались, поддерживали в БГ. Мало того, что части все расформировали, блядь, теперь еще и взорвали, блядь, ее. Вот так вот, смотрите. Вот вам и слава Украине, блядь. Я не пойму, че 4 раза лупануло, что ли? Третья воронка, блин. Третья воронка, блин. Походу он их шо, блин? Целую кучу выпустил, блин. Дуплетом бил, что ли, блин? Машины для ремонта инженерной техники нахер сгорела, блин. Ну, аж движок, блядь, вылетел, ёпс. Ну, где движок лежит? С ЗИЛа 131 отлетел метров на 12.